Вот сейчас проверишь? Да, нету стрима. Батя, охуели, что ли? 32. Что, в первый раз выходишь стрим на новой винде? Нет, не первый, но я опять программу поменял сейчас просто. А-а-а. Программы, сука. Блять, за что мне все это, Вика? Вообще не понимаю. Сейчас что-то запускается. Типа у меня отчет. А, Рио! Слушай, короче, стрим есть, но по какой-то закрытой ссылке, которую только что Сара скинула. Что происходит? А-а-а. Хотя он типа загружается только. Какого черта? Доступ по ссылке, типа. А, охуеть, сейчас. Куебат, пиздобол, Диабло, Чикен Хантер, это? Творческая ст... Сейчас я проверю. Правда, он не запустился, он только вот так крутится, и все. Я могу тебе показать. Хм. Сейчас, погоди, потому что я сейчас перезапустил. Сейчас, может быть, нормально все будет. Я сейчас другого приложения открою. Трансляция. Ну вот, смотри, типа, как он. А, все, он, типа, закончился. Сначала он грузился, типа, все, больше не грузится. О! Все. А это оно разве? Начать трансляцию. Сейчас. Вот, посмотри. Нету. То, что у меня на экране, посмотри. Это оно? Ты сейчас в шапке сидишь, что ли? Да, в шапке сижу, это я. Это я? Доступ по ссылке. Сейчас я уберу доступ по ссылке, ёба твой наоборот. Я же тестил и не убрал доступ по ссылке, блядь. Доступ по ссылке сейчас, сейчас, сейчас. Открытый доступ. Во, сейчас должно заработать, слышишь? Сейчас. Пробуй сейчас посмотреть. Во, все. Пробуй. Ну что там? Алло, алло. Вика? Ну, no. Да, стрим идет? Да. Ну вроде бы идет название. Жень, идет стрим? Куебать название. Конечно, название из лучших. Это, сейчас. Выключи демку, пожалуйста, у меня в этом. А, что в смысле? Да, все, все. Чтобы это... Че, ты со мной в войсе будешь сидеть или ушла? Не-не, я пойду в войс к ним, ты стрим спокойно. Ладно, все. Так, начнем. Давай. Продолжаем. Так. Ребята, сори, что, блин. Ну, я немножко проебался. Слегка. Смотрим за... Инрайзами. Лотус дает ног по сапле. Инрайз зажимает в дом. Там нифига не видно, что на текстуре. О, сзади еще команда. Тут получается два сквада. Три сквада. Получается такой треугольничек. Господи, как я давно не стримил, я просто в шоке. Посмотрим, что там у нас Лотус. Ребята все играют очень пассивно. О. Получается... А. Ну да. На заправке сидят, они все находятся в хате. Окей, я понял. Еще два тиммейта находятся вот тут. Больше происходит что-то еще? Нет. Посмотрим. Понаблюдаем за инрайзом. Ребята держат хайграунд. Не дают противникам... Запушить их тиммейтов и контрят этот дом с хайграундом. Зажимают игроки по валькириям. Буду взять валькирия, потому что там валькирия. Это МВ, МВ2 пускай будет. Так, МВ первый состав. А, подъезжает к... Лотус дает второй ток по сапле снова же. И саплю поднимают опять. Смотри, как ему же везет. Решили пушить, ребята. Все, сейчас будет минус 2. Кубов у ребят нету. 9, что? Бир дает ног. Оформляет этот Китсун, привет. Из меня очень херовый этот стример, этот, блядь, как его там? Комментатор, короче. Так что я буду стараться... более интересно. Тут у нас рядом Next, да, проезжают. Так, сейчас будет состояние МВшек.
под водой, что? Что тут происходит? Лагает. В смысле? Это у меня лагает? Это у вас лагает, у меня не лагает. А, ну типа игра сама по себе лагает, типа, ну да. Почему им башки в воде? А. Команда Сники замечает игроков клана МВ. Кизу дает ног по спермачу. Акзи оформляет килл по Ричи. И что остается? Пупа в воде. И кто еще там? А. Все, нокают кануками. Кизу нокают кануками. Остается один пополупа в живых. Пополупа в воде. Его не замечают, да? Приветики, приветики, хиброды. Это им. Of course. I am. Также. Ага. Его не замечают. Ладно, я понял. Также происходит у нас файт. О, тут едва киллер остается один. Против. Не знаю. А, ну его гранаты убивают. Ну все, один в один был. И замечают ли пупу? Пупу не замечают? Что, серьезно? А, его заметили. Все. Пупа, прощай. 275 кубов, 4 медпака подарил. О, на мосту сейчас будет большая заварушка. О, Буд дает ног по едва. Да ну, Кауда. Каудай. Кауда. Типа Ксюха. Август валяется у нас в ноке. А, это Кауда. Понял, Каудай. Нет, я хочу наблюдать за игроками. О, оформляет ног по Мадав. Ух, киберспорт, ребята. Поднимают бута на лоу хп. Капец, вот везунчики. Ребята. Что у нас остается? Команда Сники остается за зоной. Игрок клана R. Кто-то там цифры. Я хуй его знает, что это такое вообще. Находится за зоной. И двое игроков второго состава МВ выезжают из зоны. И посмотрим, что у нас по луту. 100 кубов. 0 медпаков. Эйс Джимми. 3 медпака, 60 кубов. У ребята по луту не очень. Бир 200 кубов, 1 медпак. Джакс. И вот 100 кубов, 1 медпак. Продолжаем смотреть дальше. Еще лутают. О, тут... Ребята, старого состава МВ. Ну, у них по луту вообще очень печально. 0 медпаков, 80 кубов у Инрайза. Инриза. Инриз. О, сейчас будет стычка, скорее всего. Валькирии второго состава, я не знаю. Валькирия плюс Америка. Но нет. Ничего не будет. Тут на дроп еще. А, нет, окей. Фильм. Что это за клан? Ладно, это пускай будут. Я не знаю. Китайские иероглифы, короче, катаются по вайдам. По луту у них, кстати, вообще неплохо. Отхиливается соловьем. Люмбел. Лумбел. И что еще у нас тут? Опа, Мио начинает. Там, которые за зоной находятся, сами они тоже за зоной. В итоге игроки решают потихоньку стягиваться в зону. Видимо, команда Нексусов не будет пропускать их в зону и будет принимать их. Некстов по позиционке, конечно. А, нет, они в зоне. Я обманул. А, нет. А, это были Валькирии. Валькирия? Некста-то в другой стране, вот Некста. О, все, начинается тут что-то. А, ребята решили засесть тут. К ним спуска... О, сейчас будет сюрприз.
хочу понаблюдать за кем-нибудь из этих игроков. Опа. Ребята сидят. Мне вот интересно. Начинается перестрелка. Ребята, очень плохая позиция, они находятся вне зоны. Также сейчас может начаться вообще капец. Джакс дает ног по Люнгеле, добивает сразу. Начинается... А что у нас делают ребята? Они сидят. А вот все, у них очень плохо, они решили просто засесть. Абду убивает Мию, так те, кто сидели. Сникисон дает о себя баф, Мадав добивает Некстплея. Некста это те, кто кемперили. Буд добивает Некстбэт, нокает Мадава. И что там происходит? Некста нет. Пожалуйста, пожалуйста. И Некстбэт умирает от зоны, добивает Бута. Два фрага команде подарил. Также Сники полностью живы, живы-здоровы, так сказать. По луту у них все очень хорошо, 10 мидпаков, 200 кубов у Сона. Так, Валькирии заезжают в зону, остается у нас 3 сквада полных. Это китайские иероглифы, Сники и Валькирия. И один игрок из Бега, или что это? Бега. Беква, Беква. Он еще может поднять своих тиммейтов, но думаю, это очень плохая, плохой вариант, конечно. Так, что у нас по карте? А, еще остается у нас двое игроков второго состава Валькирии, это Арео и Сантини. Америка. Опа, начинается файт у нас между кланом Сник. Беру нокает Киза. Сон оформляет нокс под Джаксу. Беру бинтает. Дайм за Биром. Вместе урона, может сейчас видимо закроют. Кубов нету. Все очень плохо. Фрига добивает нокает инсайда. Господи, Бир дает нокс. Пасон, господи, Акзи. И... Валькирии выиграют, потому что им помогли с бочиной. Помог с другой сквад китайских иерогликов, который чувак с фламинго стрелял из-под зоны. По луту у них, кстати, неплохо. 200 кубов, есть медпаки, но... Но, видимо, видимо. Там-пара. Жень, скажи, стрим не лагает? Скажи, стрим не лагает? А, и Санборн играет от зоны. Ну, это из-за игры чисто, потому что... Так, что у нас тут, ребята? Все, Валькирии сидят в зоне. Сколько фрагов? Один килл у Джакса. Один килл у Джимми. Сколько у Лотуса? Два килла у Лотуса. Бирн умер. Ладно. Ребята, вот пока... Ага. Надо будет название поменять стрима, потому что мы чисто... А, вот у нас иероглифы решили объехать. Почему они не поехали в зону? Они три игрока остались. Тут как раз американская команда. NA. Валькирия NA. Начинает стрельба против Валькирий. Ребята в хорошей позиционке. Пытаются занять зону. Круг, так сказать. Ну и не рискуют. Сидят, выжидают. И сзади бежит Бека, который за зоны хер знает сколько времени провел. Ох, сейчас он может в спину зайти. Так хорошо, хорошенько на глину месить. О, еще начинает. Ребята из-под зоны начинают нашивать.
валькириям. Справа от них находится валькирия. Эйзджи Минока, это бега. Валькирия не умирает из зоны. Кфим дает ног под ног по Джаксу. Тут в упоре у него тип. Пытается отхилиться, но, видимо, не поможет. Сантина добивает Лунатика. А что там происходит там? Бега со спиной находится, ребят. Ой, господи, что это такое за лаги? Самый момент добить, пока Эндлок. Нет. Нет, справа бега. Господи. Замечает. Нет, не заметил в спине у него оппонента. Двое вон справа. Он их не видит. И в зоне остается один свек Сантина. Валькирия, Лотус. Джимми. А там еще и Джакс. Нет, их двое. Джакс мертв. Все, он умирает. Будет умирать от зоны. Старается не отдать килл. И умирает от зоны. Хорошо. Сантина бежит... А, Сантина остается с Арео. Ребята решили побежать в зону. Потому что ребята, у ребят очень плохая позиционка, это очевидно. Их не разрушат ни стенки дестроером, ничего. Только остается хилиться за зоной соловьями. Пытаться пробраться в зону. Мне кажется, они будут отдавать. Умирать. Лотус нокается от зоны и... Джимми. А, Джимми? Нет, ребята решили все-таки умереть от зоны, не отдать свои киллы. Неплохо, неплохо. И Джимми тоже умирает от зоны, не отдает очки с оппонентом. Своим противником. Смотрим у нас по киллам. Что по киллам? Куб, бля, 0 киллов. Первое место. Это Валькирия плюс с Америки. Сантино 3 килла. Валькирия Орел 1 килл. Пикси 1. Бир 6 киллов. Джимми 2 килла. 11 киллов, короче, у Валькирий. Второе, это чувак, который остался один. 3 килла, 6 килла. О, боже мой, молодцы ребята. Вроде бы я такой клан не замечал, но да ладно. Что у нас дальше? Китайские иероглифы у нас на четвертом месте. 4 килла на команду. Дальше Сники. Акзи набил 5 киллов. Ребята, Сон и Кизу набили по 2, инсайт 0. 9 киллов на команду. Ну а дальше у нас ла-ла-ла-ла-ла. У Бута 7 киллов, кстати, хочу подметить. Бут хорошенько так раздал. Ладно, заходим в лобби, чтобы наблюдать дальше. Если, конечно, не отключилась. А, что? Кик зайти не могут. Вот что я хотел сказать, ребята. Прошу извинить за то, что, блядь, такая херня вышла с поначалу с трансляцией, чисто... Чисто заруинился, я Windows носил до этого. И думал, все настроил, сейчас перепроверял, думал, все хорошо. И из-за проблем с настройкой кодировщика у меня, короче, слетело все. Трансляция не включалась, и в итоге так тут получилось вообще. Просьба не осуждать ничего. Так что пока у нас 10 минут и старт, послушаем музыку. Так что пока. Так. Господи, о май гад. А, турнир-то от МВ, оказывается. Я-то думал от Destiny, типа... It is tournament by MV Clan. Это же Diablo. О, это же... А, у меня, кстати, расширенным показывает, да? У меня стрим в расширенном? Да. Типа черных полос нету? Ой, блядь, растянуть на секунду. Трансформировать, нет, растянуть на секунду. Ебать, классно. Классно, спасибо, Жень.
Ты же Диабло? А. У тебя так и должна быть задержкой? Да, это же турнир. Турнир без задержки, не турнир. Ой, стрим без задержки, не стрим. Так, я хотел музыку врубить. Блять, какую музыку врубить, чтобы не кринжевать? Сейчас. Spotify. Да-да, короче, теперь, ребят, забросил свою эту карьеру профессионального игрока, так сказать. Теперь начал карьеру стримера, но, видимо, недолго я ей буду заниматься, потому что с такими лагами надо играть турниры, выигрывать турниры, копить себя на ком, блядь. Пиздец, ужас. Так, посмотрим, что у нас там в лобби происходит, ребят. 25 минут старт будет. Посмотрим, что за команда у нас. Это кто? Август. А. Короче, ничего интересного, в принципе, в спектейте. О боже мой, это же Диабло. Я думал, турнир от Destiny, они же проводили лигу какую-то. Типа, я не думал, что там В началась уже. 21 число, типа. Я думал, она просто Нового года начнется, типа. Уровень совершенности. Тут может с интернетом чисто. На улице норм. Обнови страницу просто и все, сейчас не будет. О, нет, черт побери. Че, стрим опять полетел, что ли, ебаный урод. А, там картинка лагает. А голос мой нормально слышно на стриме? Голос мой нормально слышно? Да? А, ну это картинка. Ебать, 29 зрителей, ребята. Вы что там решили? Я еще так сделал, вот так. Оскар, привет, еще раз. Как бы сегодня поплавал в снегу. Нормально? Короче, ребят. Пока есть возможность, пиарю себя. Ворвусь в любой стак на турнир. Желательно тех, у кого очки уже набраты, чтобы не пришлось там... Так что, свободный агент, так сказать.
А еще, ребят, давайте собирать дизлайки. Каждый нажмите по дизлайку на стрим. Лайки может любой собрать, а вот дизлайки не каждый. Мага, брат, нажми на дизлайк. Нажми дизлайк. На стрим, собираем дизлайки. Ты на меня подписан, стой? Покажи. А, подписан, молодец. Рематч, что? А. Блять. Это я с твинов сижу, не обольщайся. В плане, брат, у тебя еще раз. Китсун, привет. Я ничего не понял, к чему это, ну да ладно. А еще, ребят, я хочу достать свои ушки. Блять, где они? Секундочку. Будем вот так. Еще и жарко просто до ужаса. Я вообще не могу. Как и так? Как тут жить? Как так жить, то есть? Ладно. Сейчас у нас старт. Все, речь начнется. Будет старт. Концентрируйся только на игре, так сказать. Сейчас будет лагать просто ужас, ребята. Простите. Попытка вернуть. Да, чисто мне трек понравился. Я его это добавил в это в Spotify. У меня старый аккаунт на Spotify, короче, на Spotify утерялся, я не знаю, как это сказать. И вот. Так что, блядь. Я-то играю, да по-любому она играет, под твинком играет кем-нибудь, типа. Ну вот, да, я же говорю. А, нет, турик не играешь? Какая награда? Я не знаю, по награде 1500 баксов турнир лига будет идти 5 недель, короче, каждый выходные, каждое воскресенье 3 матча. Так почему воскресенье, капец? Разовый фонд 4000 долларов. 4 раза, там не 1,5 раза? Так, смотрим, что у нас по разлету. Разлет у нас почти посередине. Первый вылетает у нас Е2, ГГНБ. Так, ребята, у нас летят опять снова же на Desert Mine. Снова же одни. Ну, то есть не снова одни, там в прошлый раз с ними упали. Сейчас они одни. Чувак. А, я думал, один, ладно. О, в Самвеле сейчас будет файт. Твист, альфа, клоп, чеченец. О, господи. О, нет, самый твист. Наби находит сын. Но чувак с Тибурона его заметил. Наби лучше отходить. Ирма дает первый ног по беке, который остался один в прошлом матче. Будем болеть. Будем болеть. Будем болеть за всех. Клоп чеченец дает ног по Мию. Один. Ерокс. Альфа ног дает Ерокс. Наби морозят. Свет, только это убивает. А, это со спины было. Клоп чеченец у нас ползет. И что у нас тут? Что у нас еще? Где у нас еще? В городе у нас два сквада. Это ДР и... Господи, Валькирия Рай дает ног пополам. Ой, я хотел посмотреть, как Валькирии играют. Валькирии же играют.
возвращение, так сказать, бывалого. Ой, ля остается и... А на втором войде у нас Сники, команда Сники. Что у нас происходит еще по карте? Господи, как много команд, как много игроков, просто забитая карта. Это халявные киллы, ну то есть серьезно. Я не вижу нигде стрельбы. А, нет, теперь вижу. Что у нас тут сейчас подходит под хил. Сники нокает. Ой, ля, убивает даже. Вот тут у нас происходит файт. Ская нокнули. Он лежит в туалете. Ага, сейчас можно переключиться. С ним ходит рядом его энеми. Факлер. И Майя успела убежать. Вернее. Потерял троих, может быть. Происходит у нас файт в городе. Бирд убивает Йоду. Остается против... Васки дает ног по Джимми с Фокстропом. Ребят, не флотите, пожалуйста. Также Лотус дает Мен сразу по Васке, добивают его. Джимми, кстати, не дотекает. И Next Evil и Ниндзя собираются уходить. Они успели спасти... А, что? Они отпустили, Джимми умер. О май гад. Джимми, rest in peace. Hello, ебать. Guys, don't spam. Please. Блять, айо. Валькирии, первый состав у нас. Едет лутать. Ага. Что? А, это... Ладно, это они. Фигней страдает там. Опа! Команда Сник едет у нас на... Я забыл это место, короче, к ним, к Валькириям. И... Сейчас будет файт, нет? Ребята выпрыгнули. О, сейчас будет файт. Кизу заняла крышу. О, инсайд дает ног по Раю. Рай сразу отлетает. Она что он делал? Он их не видел? Как это получилось? Так, у нас... Кто это у нас? Что это? Пытается убрать. Зря поставил вышку. Сразу подлавливает его в воздухе, дает разнок, убивая сразу. Остается 2 на 4 у нас. Опа, дают размер. По снике оставит один Вич. Вич, что же будет делать Вич? Вич уезжает. Вич у нас уезжает на машине. Опа, начинается тут Next. Next Bad нокает спермача. Спермач в ноке. Что у нас происходит? Получается 3 на 3. Ну я нет. Рич идет поднимать. Тут со спины заходит. Это они замечают своих оппонентов. Спалили пупу. Сейчас дают ног по кануками. А, это был кануками. Сейчас будет. Добивает кануками. Тут втроем на лупу одного. Сейчас будет растерзать. Лупа, беги. Фил. Пупа нокает Беда. Один в поле воин. Рич саппортит ему, помогает. Нокает. Нокает плея. Господи, нет. Подъезжает, подъезжает команда поддержки и закрывает Нексов. Нексов. Ребята молодцы, успели подсаппортить, но потеряли кануками. Пока Ричи поднимал спермача, кануками слишком был открыт, его закрыли. Ребята поторопились, кануками поторопился очень. За что и был, за что и поплатился, можно сказать. Также продолжаем смотреть дальше, что у нас тут у ребят. У ребят по луту вообще, что у них там? 140 баф вообще по луту не очень вообще там максимально. Ребята тут файтились, видимо, тут трупы, бут в ноке. Бут, то есть мертвый. Угу. Что еще? Вот у ребят из этого состава. По луту, кстати, неплохо. Они залутали Desert Mine. Пляж. И свамп, наверное, скорее всего. Тут у нас Fort City. Сквад МВ. Второй МВ. Так, why you don't play, brother? Do you play? No, I don't play. I'm the streamer commentation mode. Hello. Тут у нас, кстати, склад и китайских иероглифов. Тут рядом Ирма, Буллет. Я не знаю, что это за кораблик, что это склад. То есть, вот.
Смотрим дальше, что происходит. Ну, у нас тут ничего интересного. Ребята что-то вообще распластились. Тут зона сужается. Альфа и клоп-чеченец у нас вдвоем остались, получается. А, кстати, да. Он поднял его. Он, кстати, поднял клопа. Ох, в городе сейчас будет что-то. Тут у нас получается 3 сквада. 4 сквада за зоной. И ребята проезжают. Нет, нет. Валькирии начали нашивать. И нет, ребята успели уехать. Тут рядом сквад МВ. МВшки в городе. Зачем они тут остановились? Думали, видимо, не лутано. Надо сейчас потихоньку уезжать. Кстати, в зоне максимальные. Вот 2 сквада в зоне. Уже 3. В центре находится только ДР. Опа, начинается файт. Фрегат китайские игроки против нас, тех ребят, которые распластались. Растафар дает нок по Якозе. Там меды едва. Растафар, так сказать, дед этой игры. Прям. Лунатик дает нок по Ирме. А, это в другом месте. Они вот тут файтятся, закрывают. Закрыли Ирму одну. Угу. А ребята закрыли тут других, получается. Меды остались в меньшинстве. Едва. А, и меды пытаются отойти. Привет. Лив, привет. Опа, меды. Едут файтиться? Чего? А, они едут в тачку и уезжать. Все, это не будет машин. Уезжать. Hello, блядь, guys. Thank you, but please don't spam. Please, okay? Don't. Flood. Don't, блядь. Use this is emojis. This is, блядь, I don't know how to say. What? I will show you. Don't, please. Оп. Оп, здесь у нас серги. Тут у нас валькирии влетают. Опа, сейчас будет мясо. Валькирии влетают у нас. Этот ниндзя, это текст, который был в городе, кстати. Дверь закрывает йоду. Тут у нас еще... Дверь закрыл все-таки. Ниндзя, тут еще другой. Опа, тут у нас Next Evil был один. Понимаю, закрыли ребята, халявные фраги. Кстати, не повезло, не фортануло. Рядом МВшки. Опа, у нас ребята файтятся тут. Мадаф дает на флаг чеченцу, набивает сразу. Тут ребята в меньшинстве. Явно остался кто один альфа, и Миу забивает альфа. Ребята сейчас, опа, тут с ними подъезжают. Подъезжает Сники, открывается. Господи, что сейчас? Мясо, Мадаф дает на флаг по Акси. Как так? Как так? Акси, на тебе теперь это клеймо останется, брат. Лицай закрывает Кимми, Мадав закрывает Акзи. Киз пытается нашить по своему оппоненту. Оппонент выживает и дает по Мил. Молодец, Кизу, хороший фраг. Рядом подъезжает Джизо, у нас получается тройной бутерброд. Господи, что происходит? У них лут хороший. Ребята собираются сейчас пушить. Что у нас там, кто у нас там ставит? Один Мадав. Я хочу Мадава найти. Мадавчик, где? Мадавчик, проживой. Пожалуйста, где Мадав? Блин, его убили, наверное. Команда Джизо и Флаффи. Джизо и Флаффи идет в наступление, так сказать. Ребята находятся в меньшинстве. Инсайд дает ног по Каспер. Они теперь находятся в ситуации 3 на 3. Но так как они были в бутерброде. Опа, Флаффи дает... поднять. Пегас дает ног по Кизу. Джизо. Два добивает своего клиента. Кизу. И кто остается? Кстати, остается Инсайд, получается. Инсайд и Сон. Сон нокает Пегаса, добивает его сразу на хайграунде. Джизо бежит сразу в атаку. Джизо нокает Сона, и остается Инсайд. Где Инсайд? И инсайт у нас находится сзади. По луту у него все очень плохо. Но против двоих инсайт нашивает, хорошо нашивает по своим оппонентам. Но он остается 1-2. Пытается. Ну тут его зажали, просто как кролика загнали его. Пытается инсайт. Нет. Ну и тут его забирает Флаффи. Хорошая работа. Ребята вовремя заехали сюда. А также китайские иероглифы рядом находятся.
О, сейчас у нас будет файт МВ против... Против... А, МВшки у нас же меньшинство. МВ против Валькирий. Валькирии решают проехать, что у нас, по-моему, 3 в 4. Ребята не забоялись файтиться, даже вылезли и начали стрелять. Ребята, молодцы. Дальше у нас тут происходит. Китайские иероглифы идут в атаку, получается. На склад Джиса и Флаффи. Они вдвоем остались живые из-за своего отряда. Ребята заняли хорошие позиции, и ребятам никак не уйти, на самом деле. Пытаются отступить, бежать к машине, но... Джиса и Каспер остались. Будет... Это будет очень огромное счастье, если они смогут выжить и как-то убежать отсюда. Фим нашивает по машине. Хорошая была идея. Но тут у нас подъезжают МВ и Джиса. Состав Джиса сейчас будет бутерброды. Сейчас будет... О, господи, что сейчас будет? Валькирия Ариэл нокает Валькирия Вич. Что с этим? Это где у нас происходит? А, тут у нас происходит... А, ну это да, это тут я. Нет, я не буду участвовать. Кто выиграл? Мужчины выиграли... Блин, я не помню. В первый вроде МВ выиграл первый состав. Ребята играют очень пассивно. Что у нас происходит? Нокут, Каспер, остается одна Джиса. Джиса! Одна пытается файтиться и... Её тут растерзали просто. Просто четыре. Четыре лица. Опа, Ричи закрывают. Опа, происходит файт у нас. Опа, тут у нас происходит файт. МВ-шки против Валькирий. Ебаные китайцы. Осуждаю. Пупа у нас в ноке находится, его поднимает. И поднимает его тиммейт. Ну и также в Валькириях находится еще Джакс в ноке. Что же будут делать ребята? У ребят очень хорошая позиция, несмотря на то, что они за зоной. Позиция намного лучше, чем... Нежели чем... у Валькирий. Валькирии поднимают своего тиммейта, как я понимаю. Джакс прикрывает своего тиммейта, ставит эту стеночку. Лотус нокает спермача. Спермач пришел отходить. И ребята начинают пушить под бафами. Ух, сейчас будет не сладко МВшин. Пупа дает нок по Джаксу. Что там? Две башни? Чего? Спермач в ноке вытекает еще. Тачка взорвана, тачка взорвана. Нет, нет. Нет, почему я вижу это? Лотус добивает, а, дотекает спермач, подойдет зоны. Ребята решают вдвоем запушить его. Боку нашивают по лупе. Опа, Ричи нокает гранаты Лотуса, остается бит. Против. И Бир решает ухватить. А там у нас сидит кораблик, получается. Бир. А, он сидит тут, ожидает. Тут еще сидит кораблик в доме. Господи, что тут происходит? Я вообще в шоке. Да, Бир решает убегать вообще вовсе. Что у нас, кораблик? А что у нас, кстати, с этим файтом? Тут у нас начинается файт. МВ второй состав. Начинает файтиться с кланом китайских иероглифов. Ричи добивает, кстати, Бира, не вовремя ушел. Господи. Фрегат дает ног по виз-виз. Опа, они с данных сторон их находятся, но... Господи, взяли Инрайз, Бутерброд. С двух сторон, так сказать. Команда МВ2 находится сейчас в меньшинстве. Остается один же Инрайз и Лундель. Также Инрайза забирают. Растерзали, и остается одна Люмбел. Или он, извините, я не знаю, кто это, так что... И его сразу же... И? Нет, он живых еще. Лунатик услышал своего противника последнего. Вот слева Лунатик, что? Лунатик его не видит, замечательно. И команда помогает, Фим добивает Лунбу. Ребята, китайские иероглифы с одной потерей закрывают. МВ второй состав, кстати. Тут у нас что? Ребята отхиливаются. Что у нас еще вообще творится? Е2. Пиас Дез. У нас находится за зоной 0 аптек. Вообще все по нулям, только слабый.
что у нас тут происходит. В зоне никого нет, остается Пупа Лупа, 8 медпаков, 26 бинтов, 20 кубов. У его тиммейта остается 339 кубов, 7 медпаков, кстати, неплохо. Еще могут дать отпор, на самом деле. Прям вот таких прям жестких складов живых я не вижу. Ну, тед-сквад, конечно. У них получится все хорошо, но так что посмотрим, что будет. А так для них тут нет проблем. Могут составить конкуренцию каждому, с каждым. Из полных складов остался только вот этот сквад. Кораблик умирает от зоны. Что-то происходит файт. Происходит файт МВшки против... против китайских кораблей, которые дают похвалить. Остается один пополупа. Его пытаются сжать без кубов. Он просто разбили со всех сторон. Куб разбивает, добивает лунатика. У меня нет кубов. И его добивает Фим. Господи, не повезло ребятам. Не повезло. У него не было кубов, поэтому закрыли. Я думаю, были бы у него еще бы 250 кубов, он бы еще постарался бы, там, помансовал бы, может быть, закрыл бы всех. Так, наблюдайте, наблюдать дальше. Что у нас тут дальше? У нас Е2, кстати, Растафар киллер. Растафар. 37 кубов, 2 медпака, а полут все очень плохо. Давайте будем, короче, этими, как там, оптимистами, реалистами, не знаю. Ну, вот этот склад по-любому выиграет. Типа, я не болею ни за кого. Но... опа, тут китайский иероглиф, и Фим подходит в упор у нас. Ребята, да это... фрегат это не забирает, дает размер по Фиму, остается один. Фрегат и... его тут Орел добивает фрегата. И... они потеряли тиммейта, конечно, но... Растафар дает ног по Кубле. И сразу добивает, остается 2 на 2. Растафар, киллер против Сантина и Арео. Кстати, по луту у Арео вообще все замечательно. У Сантина тоже все неплохо. У Е2, у Растафара. Растафар, кстати, в зоне. И киллеру лучше сместиться в зону, потому что... ребятам все равно нужно будет идти в зону. Растафар бухой, Растафар. Растафар так пришел после работки расслабиться. Такой, опа. Шивают ребята, бафуются, сидят. Кстати, это хорошая вообще затея, на самом деле. Он может так посидеть и в спину начать нашивать, когда ребята начнут стягиваться. Растафар будет принимать его в спину. Если, конечно, ему сейчас не прилетит в голову, рандомный шот. Соловья у него нету. Это там киллер начинает уже байтиться. Его замечают. Растафар пытается помочь своему оппоненту, своему тиммейту. И Сатина добивает киллера и... получается, надо было подождать, киллер поторопился, и Растафар остается один, бежит за камень, который находится единственный в зоне, потому что кубов у него нету, остается только, только рассчитывать на чудо. Опа, ребята начали обходить на дороге. Нет, Растафар, нет. Нет, что ты делаешь? Его начинают зажимать с двух сторон, у него мало хп, и, видимо, его сейчас... закроет. Валькирия Орео добивает Растафара. И у нас Валькирия. Американская команда забирает эту игру с... сколько фрагов? 8 фрагов у них на команду. Второе место Е2. Растафар набил 5 киллов. Может же, старый, ребята, может. Растафар, господи, что ты делаешь? На айпаде закрывает кашеров. Просто как это... просто салат устроил. Фим. 3 килла. О, китайские иероглифы набили. Так, это немало фрагов. Сколько у них-то команду? 12 киллов на команду. Ребята, молодцы. Третье место. У нас МВшки 10 киллов. Ричи 5. Фил Пополупа 5 киллов. Ричи 4. Пополупа 5. Что у нас там дальше? Дальше у нас... и, ну и все, по киллам больше ничего нет. Мадав 4 килла. Вот как он набил 5-4 килла, господи. Ну, ладно. Наверное, это... хороший игрок. Мио 5 киллов. Ну и все. Ребята, на последнем месте. Валькирия, кстати, повезло, на них ворвались. Забыл плейс. И что у нас? Получается, был последний матч, насколько я понимаю, да? Сейчас мы зайдем, узнаем. Это был last матч.
Ой, блин, ужас, блин. Короче, ребят, это был last матч, последняя игра, где забрала Валькирия. В итоге первую игру забрал МВ, первый состав. Первый состав МВ забрал первый матч. Второй матч забрала... Блядь, я забыл. Я не помню, кто забрал второй матч, ладно. Третий матч забрали Валькирии, американцы там, кто там, Сантино и так далее. Я, господи, команды, конечно, мог напутать, потому что я не шарю, кто с кем играет. Я вообще не знаю, я залетел как стример, так чисто. Всякие китайские иероглифы увидел, новых команд очень много, так что... Фиг просто поймешь, кто есть кто, кто есть с кем. Ой. Еще раз приношу извинения за то, что так получилось со стримом. Я думал, все настроил, в итоге решил залететь, когда проверил все. Но, видимо, все пошло подпизде, как всегда, короче. Но хотя бы залетели на две игры. Так что, блин... Постараюсь еще в следующий раз подшаманить на стримлапса, ну, на стримами, на ДБС, чтобы было меньше лагов и больше производительности, я не знаю, там искать. Качество-то делать не буду, потому что у меня комп сгорит нафиг к чертям собачьим, типа, мне это нафиг не нужно. Так что, что там у нас? Что там у нас? Я хотел посмотреть турнамент инфо. Что за приз и вообще что это за турнир? Это турнир на 1500 баксов, а не на 4. Кто-то написал, не знаю. Так что, ребят, вот. А, турнир закончен. Это первая неделя, я не знаю, вторая, первая. Вроде бы первая, короче. Ладно, не суть. Да, это первая неделя. Всем спасибо за просмотр. Всем, короче, удачи. Поднял, обнял, заплакал, ребят.